Привет всем! Обзор дешевой еды. Последнее время я стал меньше покупать, потому что как-то все стало дорогое. Особо ничего интересного не купишь, а сильно мятый хлам тоже не особо охота покупать. Я не понимаю, что моргает. Экран, я же ничего не меняю, ни условия съемки, ни освещения. Вот. И сейчас кое-что появилось у меня. И я вот только что купил сегодня, и хорошо бы вот так, чтобы у меня получалось сразу выкладывать ролик. Так, сейчас. Так, чуть не отвалился с крепления телефон. Вот, и мне не нравится, что я снимаю, потом несколько дней у меня все это валяется, потом копирую на компьютер, долго, короче, делаю, надо бы все быстренько. Вот сейчас вот я только купил вечером, ну, уже следующий день, ночь, да. Ну, в течение дня было бы круто все это делать. Так. Огурцы зимой, ну, мега дорогие. Поэтому их здесь всего 3. 69 рублей цена. По виду вроде нормальные. Я не буду. Но они уже хотят испортиться. Я вижу, что уже пупырки гладкие стали. Скоро испортится. Видно, долго уже где-то валялись. Ладно. С ними все понятно. Ну, пока еще сколько-то дней полежат, несколько дней полежат. Ну, вот видно, что старый огурец уже. Как вот это моргание экрана беспокоит. Да. Ну, огурцы вообще 100-200 рублей зимой стоят. Сейчас зима, ой, весна, март. Ну, все равно. Еще все дорогое. Перцы. Перцы тоже были со скидкой, потому что мятые. Потому что они мятые, поэтому на них была скидка. Перцы где-то 150 рублей стоят в среднем. Вот эти сладкие. А тут они попались за 45 рублей. Да, вот такая цена. Ну, это я считаю отлично, просто отлично. Я, правда, не вскрывал. Можно сейчас и разрезать. Так. Посмотреть, что внутри. Так. Сейчас тогда я и разрежу, посмотрю, что внутри, потому что может быть какая-то гниль поганая, и зря деньги я потратил. Сейчас посмотрим. Нет. Все в порядке. Вообще нет гнили. Ну, там вот какие-то пятна небольшие. Внутри все отлично. Нормальные перцы. Так, сейчас.
этот. Это тоже вполне нормальный. Сейчас следующий. Это какой-то другой сорт, такой прикольный зеленый перчик. Внутри тоже все прекрасно. Так, этот тоже в порядке, дефектов не вижу. Один вот желтый. Желтый интересный такой, желтый. Ну, цветом только интересный. Сейчас посмотрим. Ну, я не вижу вообще никаких дефектов. Ну, помятый немного. Нет. Все нормально. Так. Яблоки. Не знаю, что за сорт. Купил, потому что дешевые. 39 рублей для зимы. Это дешево, я считаю. Сейчас. Ну, оно какое-то типа валялось. Какое-то немножко, что ли, грязное. Но я его мыл, вот все равно оно грязное осталось. Сейчас тогда я его попробую сразу. Интересно. Сладкое. Это яблоко сладкое. Нормальное. Ну, бывает какая-то фигня вообще безвкусная. Нет, нормальное яблоко. Пятерочку я поставил. Хотя не особо я люблю яблоки кислые, сладкие. Но что еще покупать? Что-то-то надо покупать. Вот и купил. Дешевое яблочко желтое. Так. Вот эти я запомнил, 55, помидорки 55, это помидорки, кстати, сливовидные, которые дорого продают, по 200 рублей, всякие ленты, видите, они не круглые, а сливовидные, но они помятые, поэтому дешевле. Так-то 100 и 200 рублей стоит. Вроде дефектов нет. Я не буду разрезать. Я не вижу дефектов. Просто помятый, и надо было дешевле продать. Так. А, ну и почти что все. Еще груши. Надо же, да, у меня опять появились груши. Так, сейчас я покажу. Ой, прервалось видео в телефоне. Хотя я на паузу поставил. Так, надеюсь, он первую часть сохранил. Совершенно неохота все это перезаписывать, потому что я уже все рассказал. Помидоры сейчас дорогие, как я сказал, там по 200 рублей. Поэтому я их практически перестал покупать. Но тут попались дешевые. Про эти я уже в первой части рассказал. Вот такие вот помидоры еще появились.
Так, они. Типа акция была такая, как будто акция 30 рублей, 29 рублей. Ну, это мега дешево. Даже для лета это было бы дешево. Помидоры без дефектов, но они помятые. Они как какие-то азербайджанские, что ли, на ветке, которые называются. Это просто их помяли. Но пока что я не вижу никаких дефектов. Можно разрезать, посмотреть. Я не вижу ничего, ни черного, ни гнили, никакой. Запах отличный, отличная помидорина, просто 30 рублей. Чудеса какие-то. Так, ладно. И еще она, ну, не побитая, она крепкая еще более-менее. Бывает в кашу перебитые, так, записывает. Так, вот такие вот помидоры. Это, ну, просто отлично. Так, и вот попалась груша. 45 рублей килограмм. По-моему, это турецкий конференц. Обычно она 100, там, 120 стоит здесь, потому что она, опять же, мятая. Поэтому дешевле. Сейчас посмотрим, что у нее внутри. 45 рублей, ну это для груши, это просто супер цена. Но если, конечно, она не сгнившая какая-нибудь. Сейчас посмотрим. Нет, внутри я не вижу дефекта. Так, что там? Сейчас попробуем тогда еще. Так, что там? Ну, отлично, отличная груша. Конференц. Сладкая. Ну, не мега сладкая, там сладкая, просто груша. Отлично. Пятерочка это груша я поставил. Цена, конечно, отлично. 45. 45 рублей. Ну, как картошка. Даже по сути, даже сейчас вот картошку продают. Ну, которая мытая, вот такая картошка, она ж действительно 40 рублей, 45 стоит. И груша. Картошка и груша. Сами подумайте. А груша явно лучше. Ну, теперь все. Все я вроде показал. Как появилось, что интересного показать. Всем спасибо, до свидания. Подписывайтесь, ставьте уведомления. Становитесь либертарианцами, анархокапиталистами или минархистами. И спасем землю от демонов страшных и от скверны. Пока.